приветствую, уважаемые любители футбола. Лучшая лига мира. MLB первая лига продолжает свое шествие к завершению сезона. На финишную прямую можно сказать, что мы уже вышли. И открывает программу 27-го тура противостояние, которое уже целую неделю анонсировалось как хищное дерби. Красноярские львы против барсов из Владикавказа. Енисей у себя дома принимает владикавказскую Аланию. Ну и, собственно, погнали, дорогие друзья. Футбол-арена Енисей, Красноярск против Владикавказа. Составы команд стартовые начну с гостей. Футбольный клуб «Аланья». В обороне слева направо Давид Шавлохов, номер 30. И победный мяч забил как раз Ислам Машуков. Досматриваем атаку. Опасный, может она получиться. Можно пробить, можно отдать, а можно и забить. 9-я минута встречи. Хозяева впереди 1-0. Ну что же, ворвался в штрафную Андрей Мазурин. Не смогли как следует отзащищаться против него. Вроде бы дотянулся до мяча Руслан Дауров, но попал в ногу Мазурину. Есть открывание неплохое, и есть смещение, и есть удар, и какой сейв! Возможно, в первом же матче 27-го тура мы увидели главное спасение уикенда в MLB первой лиги. Мяч в руку попал одному из красноярцев. Подача в штрафную. Удар поворотом. Солдатенко отбивает мяч удачно. Очередную классную диагональ на Тихонова. И через правый фланг здесь можно что-то придумать. 2-0! Как же много Енисей забивает дома этой весной. Радуется скамейка запасных хозяев поля. Андрей Валерьевич Тихонов пока чуть сдержан, но к середине первого тайма иметь 2-0 дома с Аланией — это, конечно, классный результат. Мазурин. Шанс на исправление. Прострелы. 3-0. Что-то невероятное они творят. Окладников забивает. 26-я минута. 25-й номер забивает на 26-й минуте. Невероятная игра и, конечно, невероятный процент реализации момента сегодня. Тихонов мяч сохранил, пусть и с трудом. И еще раз сохранил Денис. Подача точная. Штанга. Будет ли добивание? Будет, но не будет гола. Невероятный промах. Там, конечно, в падении сложно было и по мячу попасть, и, соответственно, поворотом. Мазурин старался. Желательно такие забивать. Отобрали здесь мяч. Владикавказцы очень легко. Дальний удар чуть выше цели. Ну, что-то похожее в исполнении Гаглоева мы видели еще в первом тайме. Хорошая атака Алании. Машуков. Его подача в штрафную площадь. И попытка удара здесь приходится Ставеру. Мяч, похоже, летел мимо створа. Но Ставер показывает, я не видел, откуда мяч вылетает. Тихонов готовится ввести мяч в игру. Верхом. Хорошая подача. 4-0. Это Стежко. Центральный защитник Енисея с передачи Дениса Тихонова забивает очередной мяч хозяев в этой встрече. На потеху зрителя. 62-я минута. Подача. Хорошая. И все-таки свой мяч забивает Машуков. 4-1. Но совершенно точно сценарий игры с Химками для Енисея повторяется. Концовки пропускают. Ну, никак они не дают Ставеру на ноль отыграть. Машуков, Ислам. 11-й мяч в текущем сезоне. С собой он вряд ли будет доволен. Ой, какая ошибка. И это шанс на пятый гол. Это шанс на пятый гол. Штанга. Добивание. Где мяч? Пересек ли он линию ворот? Нет, не пересек. А как не пересек-то? Невероятно. Как они не забили? Енисей одерживает уверенную и заслуженную победу над владикавказской Аланией со счетом 4-1 и приближается к ней на расстоянии всего в одно очко в рамках турнирной таблицы.